Вашингтон и Сеул сформируют специальную бригаду, которая будет поручена убить лидера КНДР Ким Чен Ына в случае начала войны. Об этом сообщает Ренхаб со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По словам источника агентства, бригада будет приспособлена к условиям Корейского полуострова, а ее формирование запланировано уже на 2017 год. Кроме того, как подчеркивает чиновник, южнокорейские военные увеличат число совместных учений с американской стороной.